Мой рассказ будет посвящен культуре Херсонеса Таврического, но прежде чем обратиться к самым интересным ее проявлениям, надо сказать о том, к какому виду, скажем так, греков относились херсонеситы. Дело в том, что еще со школьной скамьи мы с вами помним, что древние греки бывали разными. Например, жители колонии, находившейся на Апеннинском полуострове на территории Италии, колонии Сибарис, отличались роскошью и крайней изнеженностью. Отсюда наше слово «сибарит». Афиняне блистали в философии, науках и искусстве, а спартанцы, напротив, изгнали из своего государства все изящные искусства, превратили Спарту в военный лагерь. Конечно, это все абсолютизировать нельзя. И, например, мы знаем, что для ранней архаической эпохи в Спарте вполне характерны изящные искусства, у них были свои певцы, поэты. Но различия все-таки были достаточно очевидны, особенно в классический период, и греки их сами замечали. И причина вот таких зачастую серьезных контрастов, это и, конечно, географическое положение разных полисов, и их военно-политическая история, да, они действительно очень разные, и при разных обстоятельствах появлялись и развивались. Однако все эти полисы, кроме всего прочего, еще были основаны разными греческими племенами. Это ахейцы, ионийцы, эолийцы и дорийцы. Дорийцами были и херсонеситы по преимуществу. Херсонес Таврический – это вообще единственный дорийский полис Северного Причерноморья. Вполне естественно ожидать, что все сферы херсонесской жизни будут как-то отличаться от жизни соседей ионийцев, в том числе в сфере культуры, ну, например, от Боспорского царства, которое находится на территории Керченского и Таманского полуострова. Так это или нет, насколько херсонеситы – традиционалисты, которые были чужды изменениям и новым веяниям, мы постараемся понять, знакомясь с памятниками культуры и искусства Херсонеса Таврического. Одно из отличий, которая сразу бросается в глаза между разными греческими племенами, точнее даже сказать, бросается в уши, и греки это фиксировали, это, конечно, диалекты, на которых они говорили. Да, все греки, в общем, понимали друг друга, но отличия все-таки были. Херсонеситы, логично предположить, и это все, опять же, подтверждается надписями, говорили на дорийском диалекте древнегреческого языка. Он отличается от ионийского диалекта и аттического, ну, то есть того, что был принят в Афинах, да, таком центре школы всей, в школе всей Эллады, да, центре древнегреческой культуры и образованности. Ионийский диалект, кстати, в итоге был принят как такой образец для поэзии, а аттический диалект – это классический язык прозы, да, это такой наиболее лучший формат, да, как решали сами эллины. Так вот, дорийский от них отличался достаточно, и самое простое, что можно продемонстрировать, это такое отличие, где долгое «а» сохраняется в дорийском диалекте, в то время, когда в ионийском диалекте и в аттическом она переходит в долгую «э». Ну вот, например, слова слева – это дорийский диалект, «га», «галиос», «херсоносос», приличный ионийец это произносил и писал как «г», «гелиос», «херсоносос». Херсонесос. Ну, соответственно, земля или гея, да, богиня гея, гелиос или солнце, ну и херсонес. То есть по-дорийски херсонес это как раз херсонас, да, немножко с другим звуком. Выходит, для раннего периода, да, немножко точнее так говорить. Ну, слово херсонес это уже такое более позднее произношение, и оно у нас в науке в итоге закрепилось. Были собственные слова в диалектах. Вот интересно вспомнить, что в дорийском диалекте было такое слово «драо», это буквально «делать что-нибудь», ну, то есть, да, производить какие-то действия. Так говорили спартанцы, а афинянин, тоже, да, дорийцы, это понятно, афинянин бы сказал «пратто», или ионийский диалект «прассо», то есть «я что-то делаю, это пратто». Аристотель говорил, что дорийцы по этому поводу даже заявляют права на создание драматического искусства, да, потому что действительно, да, у них есть слово «драо», отсюда происходит драма, ну, и значит, таким образом, да, драму изобрели именно они. Все эти языковые отличия в надписях Херсонеса фиксируются и вполне видны. И самый яркий памятник – это присяга жителей Херсонеса, или еще называют ее клятвой херсонеситов, которую они принесли после стасиса, после гражданской смуты, чтобы, так сказать, подтвердить все-таки, что в полисе наступил мир, и все граждане обязаны его защищать и больше не вредить друг другу. Так вот, начинается эта клятва со слов «умнё», «диа», «ган», «галён», «партенон», «теус олимпиус», «кай олимпиас», «кай гроссас», «госой полин», «кай хорон», «кай тейхе», «эхонти», «так херсоноситан». Да, и мы видим, что во всех этих случаях как раз долгое «а» сохраняется. «Ган», а не «ген», «галион», а не «гелион» и «херсоноситан».
Соответственно, в Херсонесе тоже буковка, звук А сохраняется. Вот, собственно, клятва херсонеситов. Доризмы, то есть вот эти характерные особенности и словечки, которые были характерны именно для дорийского диалекта, херсонеситы сохраняют вплоть до II века нашей эры. Хотя, конечно же, они прекрасно знают и другие диалекты, они знают ионийский диалект, безусловно, поскольку все свободные люди обучались в школе, получали хоть какое-нибудь образование, и любое образование начиналось с Гомера, об этом мы еще скажем. Кроме того, у нас есть пример того, как херсонеситы знали язык койне. Это всеобщий язык, разговорный, а впоследствии литературный, который распространяется в эпоху эллинизма на основе аттического диалекта по преимуществу, но он также впитал в себя разные особенности. И язык койне — это как раз вот такое время после Александра Македонского, когда греческий язык становится такой лингва франка для жителей империи Александра и государств, которые после смерти Александра образовались. Так вот, есть совершенно замечательный херсонесский отрывок. Мы не совсем хорошо понимаем, что это. Это либо ученик писал упражнение, либо это отрывок из какого-то комедиографа. Но в любом случае, это многострочная метрическая надпись, которая характеризуется особенностями не дорийского диалекта, а койне. Ну, заманчиво думать, конечно, что это какой-то отрывок из драматического, может быть, комедийного произведение, да, потому что здесь вот какая-то бытовая сценка. Женщина жалуется на то, что у нее очень тяжелая судьба. И это уже койне. Но при этом доризмы остаются вплоть до II века новой эры. Вот мы видим декрет в честь постановки статуи Лаудики. И здесь употреблено слово «дамос». Хотя, конечно, демос, он в ионийском диалекте. Вот таким образом. Впоследствии, впрочем, херсонес становится херсонесом. Это входит и в латинский язык, и в более поздние памятники. Это время, когда в Херсонесе находится римский гарнизон, а власти города демонстрируют лояльность к императорам вечного города. Однако латынь здесь не могла пустить глубокие корни, кроме официальных надписей, ну и некоторых частных. Но в целом, в основном херсонеситы заимствовали несколько латинских слов, несколько личных имен, однако большинство частных и все поэтические надписи, к ним мы еще придем, написались исключительно на греческом языке. В таких надписях ионийские формы причудливо переплетаются с дорийскими. Ну вот, например, такое начало новой эры, такой интересный памятник Ксанфу, молодому юноше, который погиб и об этом скорбит постановщики стелы и авторы эпитафии. И здесь, в общем, употреблены топосы, штампы, которые характерны вообще для ионийской поэзии, для поэзии на койне. Однако здесь вот есть словечко «стала», соответственно, да, стела или памятник, на который употреблен вот с доризмом. Вместо звука «э» здесь звук «а». То есть дорийский диалект сходит со сцены постепенно, но помнят его херсонеситы традиционно довольно долго. Мы уже говорили о том, что образование херсонеситы, конечно же, получали. Именно это позволяло им ставить такие памятники, посвящать частные, официальные или такие поэтические, скорбные тексты в разных ситуациях своей жизни. И мы совершенно точно понимаем, что это образование, может быть, имело какие-то местные особенности, но о них говорить пока не приходится, для этого данных слишком мало, но общую канву греческого образования, судя по всему, в Херсонесе тоже не оставляли. Общая канва была такой. Конечно, дети свободных граждан учились чтению и письму, для чего сперва заучивали начертание букв алфавита, а потом порядок их расположения. Очень важно было, кстати, знать алфавит наизусть, и есть ученические упражнения, которые из Северного Черноморья в том числе происходят, где ученик действительно должен был написать алфавит от альфы до омеги и показать, что он хорошо понимает расположение букв. Да, и часто встречаются ошибки, конечно, в таких записях. Дети не всегда учатся на отлично. И это нужно было для того, чтобы учиться счету, потому что буквы в древних алфавитах обозначали и числа. Для ученических упражнений служили остраконы, то есть кусочки черепки от разбитой посуды, на которых ученики стилосами, специальными заостренными палочками, процарапывали алфавит, слоги, короткие фразы в качестве упражнений. Своеобразной псалтырью, как уже упоминалось, по которой учили грамоту древнегреческие мальчишки, были поэмы Гомера.
Словесность начиналась с грозных слов начала Илиады. «Мэйнина эйдетеа, пелия, дела, хилеус, ульменен гемри, ахайос, альге, теке» и так далее. То есть описание гнева Ахиллеса, который поссорился с предводителем ахейцев Агамемноном, рассказано дальше, да, о том, как погибают ахейцы, как Аполлон наслал на них чуму. В общем, страшные вещи начинали изучать греческие мальчишки в самом начале своего образования. Есть очень остроумное об этом греческом образовании упоминание уже позднеантичного александрийского поэта Паллада, который писал о том, что пять начинают грамматику строк сплошное проклятие. Ну и дальше он делает вывод, что а чему удивляться тогда, что если мы учим детей грамматики вот с этих страшных слов, и поэтому учителя грамматики вечно бедны, несчастны, и не имеют даже нормальных средств для жизни. Да? Такая идея, в общем, вполне понятна и нам сегодня. И вот с этих строф начинали греки свое обучение. Любой приличный грек Гомера вообще хорошо знал. Подсчитано, что по цитатам древнегреческой литературы, подсчитано, что Илиаду знали лучше, чем Одиссею, то есть чаще ее цитировали или переделывали, там, растаскивали на цитаты, на парафразы, шутили по этому поводу, да, переделали в комическом ключе. Этого тоже было достаточно. Но первую часть Илиады лучше, чем вторую часть. То есть первые 12 песен знали лучше. Почему? Потому что вот их успевали выучить наизусть за время школьного обучения, а дальше уже, да, было, видимо, не так обязательно. Кроме рассказа, конечно, об ужасных бедствиях, которые постигло войско ахейцев, греки, как херсонеситы, учились быть бесстрашными, как Ахилл, хитроумными, как Одиссей. Герой Гомера Гипполох дает наставление своему сыну Главку, отправляя его на Троянскую войну. А вместе с ним дает наставление и последующим поколениям эллинов. Аэй, Аристевой, всегда быть лучше. Вот действительно, какое значение имели поэмы Гомера, кроме обучения, да, ионийскому языку и вообще грамматике. Наряду с грамотой изучали музыку, пение. Подростки и юноши продолжали обучение в гимнасиях и палестрах, где их занятиям добавлялась военно-спортивная подготовка. О спортивном обучении херсонеситов, конечно же, свидетельствуют находки стригелей и арибалов. Это непременные атрибуты атлетической подготовки. Стригель вы видите справа, арибал слева. Это специальный такой сосуд для масла, в котором умощается атлет перед тренировкой. Ну, а после тренировки он счищает с себя налипший песок под остатки этого масла стригелем, после чего уже можно вполне спокойно вымыться. Да? Вот такой интересный спортивный набор. Вместе мусические, то есть грамматика, музыка и гимнастические, то есть спортивные дисциплины, составляют паидею – систему всестороннего образования и воспитания греческого гражданина. Наконец, юноши 18 лет проходили эфебию – военно-строевую подготовку, ну, вроде службы в армии. О существовании гимнасии в Херсонесе уже в раннее эллинистическое время, то есть в конце 4-го, начале 3 века до нашей эры, свидетельствует надпись, там упоминается должность гимнасиарха, то есть попечителя таких гимнасиев, таких учебных заведений. А здание Херсонесской гимназии не найдено, к сожалению, но предположительно находилось недалеко от театра, в юго-западном районе города. Именно здесь были найдены надписи об агонах, то есть о спортивных состязаниях, и о том, кто в каком виде спорта победил. Бег, метание, диско и так далее. Агон, надо сказать, мы упомянули, да, название агонистических каталогов. Агон, агональный – это, собственно, соревнование, состязание. Им была пропитана практически вся жизнь свободных греков. Соревновались в политике, в спорте, в ремесле. Соревновались в нехитрых играх, даже на перуских симпозиях. Ну, кто удачнее плеснет капельки вина до специальной отметки, которая нарисована на стене. Вот тот и выиграл. Тот получает какую-нибудь солонку или что-нибудь такое нехитрое в подарок. Это тоже очень важно. Человек, которому удалось выиграть хоть в чем-то, считался не только лучше вот в этом виде деятельности, но и отмеченным любовью божества. Ну, конечно, самая высшая точка – это, конечно, общегреческие, допустим, олимпийские игры, в которых нужно было прославить и себя, и свой полис. Это особенно такая форма выигрыша, да, это самое высокое, что может быть. В Херсонесе по образцу метрополии мы видим, что проводились агоны, то есть состязания. Видимо, по образцу метрополии Гераклеи Понтийской, находящейся на полуострове Малая Азия, вместе с Гераклией проходили агоны в честь Геракла, самого почитаемого в Гераклее, ну, собственно, так в Херсонесе, древнегреческого героя. Гераклеи включали в себя спортивные, мусические состязания, ритуальные процессии и, конечно же, торжественные жертвоприношения. Собственно, без жертвоприношения не начинается ни одно серьезное дело.
Во второй половине IV века до н.э. херсонесы чеканят серию монет, где богиня Партенос, особая покровительница полиса, управляет квадригой четверкой коней. Ну, вероятно, на празднествах, которые были посвящены покровительнице полиса, проводились соревнования на колесницах. А вид соревнований дорогой, но очень-очень увлекавший древнегреческую публику. Известно, что в римское время проводились празднества и в честь Гермеса, включавшие в себя спортивные соревнования. Известно имя одного из успешных, выдающихся херсонесских спортсменов эллинистической эпохи. Девид Тенний. Тенний – это такая лента, в данном случае призовая лента. Представлены в рельефе на стеле, то есть надгробном памятнике Феофана, сына Апиманта. Он, видимо, становился неоднократно победителем херсонесских, ну и, будем надеяться, общегреческих состязаний, агонов. Испытывали судьбу херсонеситы на общегреческих праздниках, ну, опять же, мы говорим «вероятно», а сообщений об этом, к сожалению, не очень много. Есть разве что бронзовая гидрия с посвятительной надписью «В честь праздника Анакий». Это аттический, афинский праздник, посвященный богам-братьям Диаскурам. Ну и, видимо, это кто-то, действительно, победитель, привез домой в Херсонес и всю жизнь гордился, эту бронзовую гидрию хранил. Потом она оказалась в могиле, причем женской, ну, видимо, это какая-то родственница победителя. А в эллинистическое время херсонеситы участвовали в пифийских играх в Дельфах, это посвященные Аполлону игры. На острове Делос в месяце Линеон, посвященный Аполлону месяц, Аполлону Линейский, устраивались празднества под названием Херсонесии. Но, очевидно, это тоже было связано с нашим херсонесом Таврическим и с делегациями, которые из него приезжали. Неизвестно, как было организовано высшее образование. Под ним обыкновенно греки понимали обучение в философской или литерской школе. Но мы видим, что у херсонеситов был высочайший интерес к литературе, к публичному красноречию. Это не только интересно, это еще очень важно, чтобы успешно выступать в народном собрании. Любой демократический полис, да, в нем гражданин не мог себе позволить не уметь нормально изъясняться, да, потому что он должен избираться на какую-то должность, он должен давать советы своему полису, да, иначе, ну, в общем, сложно признать его полноценным гражданином. И поэтому нужно уметь красиво говорить, ну и желательно писать. Ну и, наконец, был интерес к поэзии. Мы это видим, да, по надгробным эпитафиям. Можно поэтому предположить, что херсонеситы совершали образовательные поездки в культурные центры Малой Азии, в Балканской Греции. Возможно, были местные риторские и философские кружки. Настоящий центр культурной жизни Херсонеса Таврического – это его театр. У нас есть свидетельство, что в крупных городах Северного Причерноморья, в Ольве, Пантикопе существовали театры. Однако ни одного театра так долго не удавалось обнаружить, что это дало повод исследователям сомневаться вообще в самом факте того, что здесь театры были, в Херсонесе или в Боспорском лицарстве. Так, например, в начале 20 века филолог-классик и историк театра Борис Витальевич Варнаке считал, что северопонтийские города все-таки не имели театров, но они еще не достигли такого уровня культуры, при котором театр необходим, и его сооружение архитектурного, да, театра постоянного, вообще кому-то было нужно. Видимо, это были какие-то такие сезонные, да, постановки, да, которые происходили просто под открытым небом, без всяких там архитектурных излишеств. Однако открытый в середине 20 века Херсонесский театр, он изменил это мнение уже окончательно. И по настоящее время он остается единственным подобным памятником, который открыт на северном побережье Черного моря. Его строительство приходится на последнюю четверть IV века до н.э. И действовал он вплоть до второй половины IV века н.э., вмещая в эллинистический период до 1000 жителей, полноправных граждан, служая не только местом отдыха, развлечений, но и воспитания гражданственности, в том числе и местом, где объявляли о важных событиях в жизни полиса, о победителях мусических и спортивных состязаний. Покровитель театра – бог вина Дионис. Херсонесы находят маски Диониса, вакха, терракоты, изображающие свиту этого божества, селенов, сатиров. Можно попытаться подумать о том, что же ставили в херсонесском театре в момент, скажем так, его существования в оригинальном виде. Сегодня, безусловно, херсонесы в Таврическом происходят в сезон постановки Севастопольского театра, и в том числе и на античные темы. Это все совершенно замечательно и зрелищно. Но, безусловно, еще зрелищнее было тогда, когда театр был только построен и функционировал именно как древнегреческий. Наверняка ставились произведения общеизвестных в эллинском мире драматургов, в том числе трагедии и комедии, которые связаны с Северным Причерноморьем.
Ну, например, это скифы Софокла, известнейшего, да, всем. А Ифигения в Тавриде Эврипида, безусловно. Действие, собственно, происходит где-то здесь, в Горной Таврике. Ряд произведений Эсхила и Софокла, где действует Геракл. Геракла херсонситы очень почитали. В комедиях Антифана и Аристофана на сцену вводятся скифы. Ну и, кроме того, комедиографы тоже не обходили вниманием Геракла, ну, допустим, в «Птицах Аристофана» и, увы, не сохранившемся, только в отрывочке, сохранившемся в «Бусириде» Эпихарма, Геракл действует, и он представлен таким обжорой и пьяницей. Очень даже зловещий отрывок о том, как жадно ест Геракл, у Эпихарма как раз сохранился, как раздуваются его ноздри, как у него шевелятся уши, пока он пожирает такие огромные массы еды. Вот. И, очевидно, такой образ Геракла как раз херсонеситы хорошо знали и умели не только почитать божество, но и вдоволь посмеяться над ним. Конечно, в специально оговоренное время, это такой ритуальный смех. Так вот, они, видимо, смотрели такие комедии, потому что найдена была в Херсонесе, видимо, отечественного производства, но именно в Херсонесе, да, обретающаяся фигурка комедиографа, который, точнее, комедийного актера, который изображает вот того самого Геракла обжору и пьяницу. Мы видим справа такую вот фигурку, где актер в маске, в таком нарочито коротком хитоне, из-под которого продуктивные органы выглядывают. Это важная черта комедии, она так или иначе была все-таки плодородию, праздником Диониса посвящена, да, и вот плодородие во всех его формах, оно было очень-очень важным, и оно по-разному, но выводилось на сцену. Так вот, он ковыряется в зубах, но у него палец Геракла на одной из свободной руке, которую он не ковыряется в зубах, и это совершенно точно комедийный Геракл. Значит, что-то подобное здесь как раз и смотрели. И фигурка слева – это драматический актер, который декламирует, приставляя маску к своему лицу, декламирует свою роль, очень напоминает статую Софокла известную. Ну и косвенно это, конечно, свидетельствует о том, что лучшие образцы комедии и трагедии древнегреческих херсонеситы видели. Вероятно, ставились и произведения местных творцов. У нас есть надпись, очень фрагментарная, как видите, да, совсем немного там можно различить. Однако там есть свидетельства о том, что ставились на мусических состязаниях, соревновались составители энкомиев. Это такой жанр похвальных речей или стихов. И победитель в этом жанре тоже известен, его имя Марк сохранилось. Также соревновались составители эпиграмм, таких более лапидарных поэтических форм, они могли иметь юмористический характер, и, наконец, комедиографы соревновались, да, и были какие-то вот херсонесские комедии. Здесь нам не обойтись в коротенький экскурс в историю античной комедии. Ну, к сожалению, у нас далеко не все сохранилось, но вот эти вот напоминания, да, Геракле как обжоре, они у нас все-таки есть очень часто в качестве фрагмента. Комедия 5 века до н.э. – это древняя комедия. Самый известный представитель – это, конечно, Аристофан. Его знают даже те, кто специально античную литературу не изучал. Эта комедия еще очень архаичная во многом. Она связана с праздниками Диониса, она связана с культом плодородия. Но при этом она очень хлесткая, остроумная, содержит политическую сатиру и критику современных нравов. За ней следует средняя комедия, от нее полных текстов не осталось вовсе, но мы знаем, что новизной в ней становятся сюжеты не только на общественные и мифологические, но на бытовые темы. Ну и, наконец, в IV веке утверждается, до нашей безусловной эры, утверждается новая комедия, это все Аттика, и отсюда, да, распространяется такой общегреческий вкус. Ее наиболее известный представитель – это Менандр. Менандр хвалил Аристотель, его продолжали ставить в римское время, об этом точно сообщает Плутарх, и Плутарх тоже сравнивает Аристофана с Менандром и говорит, что следует вполне за Аристотелем, говорит, что Аристофан это все-таки очень грубая комедия, а Менандр он очень изящен и приносит удовольствие самым образованным слоям, как римским, так и греческим, да, эллиноговорящим. Что за сюжеты могли смотреть херсонеситы в комедии? И почему Менандр лучше Аристофан? Давайте сопоставим эти сюжеты и припомним, что писали греческие комедиографы. Вот, например, «Облака Аристофана». «Облака». Это история о Сократе. Конечно, очень условном Сократе, потому что к историческому Сократу это не имеет прямого отношения.
И мы очень надеемся, что сами эллины это понимали. Но это Сократ, который учит своих учеников мыслине. Это такое словечко, которое Аристофан изобрел, фронтистери, какое-то специальное помещение такое вот, образовательное. Он учит там подвешенным в гамаке, потому что наблюдать небесные явления как бы удобнее, качаясь в гамаке. Представляете, да, какой замечательный комедийный эффект это производило. Он учит своих учеников лгать и мудрствовать о пустых вещах. Он не чтит богов, а вместо них предлагает поклоняться не Зевсу, а облакам. К этому-то мудрецу, висящему в гамаке, приходит несчастный христианин Стерпсиад и просит принять в ученики. Ему срочно надо научиться врать и изворачиваться, чтобы не платить кредиторам. Стерпсиад должен уйму денег из-за расточительности сына. Сын спустил все на коней, на скачки, поскольку это был неравный брак. Стерпсиад крестьянин, его жена аристократка, ну и отсюда тоже масса иконичного и злободневного, очевидно. В итоге Сократ выгоняет Стерпсиада, тот уговаривает сына самого пойти в учение. От кредитора в итоге отбиваются, но с помощью софистики сын все-таки доказывает, что он имеет право избивать своего отца. Стерпсиад не выдерживает и в конце комедии поджигает мыслилиню Сократа, чтобы она горела яснее. Мы видим, да, что здесь вот много социальной жизни, здесь критика нового типа обучения, здесь шутки над конкретными людьми, здесь буфонада. Юмор Аристофана, он имеет все оттенки, от очень тонкой языковой игры до откровенных непристойностей. Обычно на русский язык это переводят в таком очень смягченном варианте. Допустим, такие женские комедии, да, как «Женщина в народном собрании» или «Сестрата», вот их очень аккуратно переводят, да, потому что там действительно там буквально прямые непристойности. Но сегодня мы Аристофана, конечно, очень ценим, и литературоведы, и историки, потому что это великолепный срез нравов, политических идей и событий классических Афин. А вот сами эллины выбирают в итоге Менандра, но и, очевидно, херсонеситы смотрят именно новую комедию, поскольку да, комедиографы из надписи сражаются между собой именно в римское время. В римское время смотрели именно Менандра и его подражатели. Ну вот Менандр. Давайте оценим сюжет его третейского суда. Благородную девушку насилуют во время ночного праздника, но виновника не находят, ну, собственно, его особенно и не ищут. Вскоре девушка выдается замуж за юношу из хорошей семьи, но вот беда, в браке она родила значительно раньше, чем полагалось. Все поняли. Молодой супруг огорчен, покидает дом, начинает кутить, устраивать пирушки с гитарами, с друзьями. Девушка решает подкинуть ребенка, то есть буквально выбросить, чтобы кто-нибудь его нашел или не нашел, но оставляет при нем украшения, чтобы можно было потом узнать о его благородном происхождении. Ребенка находит рабы. О происшествии узнает Гетера-рабыня, с которой и кутит молодой отец семейства. Происходит ряд открытий, узнаваний, и в итоге выясняется, что он муж и есть ночной насильник своей будущей жены. А значит, подброшенный ребенок – это законное чадо, измены со стороны жены не было, все счастливы, все прекрасно. Вот от таких сюжетов получали истинное удовольствие, и тут так рассыпается в похвалах. Эллины, в том числе херсонеситы, в том числе очень образованные. То, что для нас смесь мыльной оперы и криминальной хроники, это для них трогательная семейная история с хэппи-эндом. Почему так? Менандра хвалили не кухарки, а люди действительно образованнейшие. Дело в том, что новую комедию ценили за хороший слог, психологическую точность передачи речи каждого героя. Вот за это изящество, да, и психологическую игру. Конечно, за перипетиями сюжетных ходов людям тоже всегда нравилось наблюдать. Возможно, несчастная женщина, которой приходилось очаг в надписи на Койне, а это как раз героиня подобной комедии. А значит, в конце у нее все будет хорошо, и херсонеситы, да, знали, что эта история закончится счастливым образом. Херсонесский театр, где устраивали такие комедии, это уже римского времени, да, это уже несколько другой театр, даже конструктивно. В римское время он перестраивается оркестру, то есть там, где происходит выход хора, там, где в том числе туда спускаются играть актеры, ее расширяют, убрав первые ряды скамей. Между театроном, то есть зрительным залом, и оркестрой возникает стена. Это преобразование позволило приспособить театр для проведения гладиаторских боев и травли диких животных. Новые времена и нравы приводят к тому, что теперь в Херсонесе стали возможными и кровавые гладиаторские бои. Наряду с драмами, комедиями и трагедиями, херсонеситы любили поэзию и прозу. К сожалению, до нас не дошло ни одной рукописи местного автора, ну, что, собственно, неудивительно. Однако свидетельства у талантливых литераторов все же имеются. О прозе мы можем кое-что сказать благодаря официальным текстам, а о поэзии в основном по эпитафиям, то есть надгробной поэзии.
Так нам известно о херсонесском историке, жившем в начале III века до н.э., из декрета его награждения золотым венком. Вы видите на слайде и остатки этого декрета, да, ну, не полный, но все-таки большая часть текста сохранилась. А у этого декрета очень сложная судьба, сейчас он не на территории России, и тем более не на территории Херсонеса находится. Но у нас есть фотографии, у нас есть текст, переводы, давайте будем радоваться хотя бы уже этому. И венок изображен, да, на фронтоне этой стелы, ну, чтобы продемонстрировать, что да, вот речь идет о награждении венком. За что Сириска наградили? Сириск, сын Гераклида, написал историческое произведение, очевидно, на папирусных свитках, у которых, конечно, в херсонесском климате не было шансов сохраниться, но мы знаем, да, что было такое произведение. Чему оно было посвящено? Сириск правдиво, усердно, согласно достоинству народа, описал историю Херсонеса. Он описал, как богиня Партенос, то есть дева, такая извечная покровительница херсонеситов, спасала город, а также рассказал об отношениях с царями Боспора и бывших дружественных отношениях с городами. За это, собственно, его и наградили, за описание истории родного полиса. Сириск до сих пор это единственное известное имя историка родом из Северного Причерноморья. Берем ли мы только Херсонес или вообще все города Черноморского побережья, вот, с северной его стороны, да, Боспор, Ольга и так далее. Мы не знаем, можно ли считать Сириска таким, скажем, последователем Геродота. Да, он написал явление Девы, помощь божественную Херсонесу. Может быть, действительно, это такой последователь Геродота, который часто описывал самые разные вмешательства богов в дела человеческие. Вспомним, как Геродот рассказывает, что флот персов в войне с греками погубил Борей, который считал себя покровителем афинян. Или как Деметра Элевсинская не пустила в Элевсинское святилище ни одного перса, и все персы погибали, как бы сражаясь вокруг святилища, да, а территория богини осталась неприкосновенной, это тоже помогало грекам. Ну и так далее. Может быть, это наоборот, был какой-то раздел о богине Партенос, ну и большей частью все-таки это была такая светская история. По времени, да, это вполне могла быть история рациональная, такая постгеродотовская, уже факидидовского плана, но, увы, мы об этом никогда не узнаем. Но уже то, что дело историк Сириска, такая историческая традиция здесь существовала, это уже очень замечательно, что у нас есть об этом сообщение и само имя Сириск, сын Гераклида. Пока единственный античный известный историк на территории Черноморских полисов. Дело историка Сириска продолжалось и позже. В конце II века до н.э. анонимный автор составил пространную надпись на постаменте статуи понтийского полководца Диофана. Это полководец понтийского царя Митридата VI Экпатора, который оказал помощь херсонеситам в военных действиях. И на постаменте была высечена, ну, буквально такая серьезная историческая хроника. Вместо простой надписи, что благодарны херсонеситы, благодарят, да, Диофанта, и ему ставят статую. Нет, там было описание событий, там был даже анализ причин победы Диофанта над варварами. И, кстати, действительно, традиция Сириска осталась жить, потому что упомянута и помощь Партена, что еще до военных действий Диофанта с варварами богиня как-то себя явила путем знамений в храме, ну и сказала, что обязательно поможет херсонеситам. До рубежа эр, первых веков новой эры, в Херсонесе известно всего несколько стихотворных текстов. Это буквально вот единственная надпись в поздней классике раннего эллинизма, это надпись на стеле сына врача, причем это был иностранец, очевидно, это какое-то такое нововведение. А потом в эллинизме там тоже всего лишь несколько стихотворных надписей, тоже преимущества принадлежащих эпитафиям иностранцев. А вот уже на рубеже эр и в римское время, в первые века новой эры, появляется больше метрических эпитафий. Ну, видимо, это все-таки, да, какая-то такая вот большая открытость Херсонеса к погребальным традициям, которые характерны для общегреческого мира, для Малой Азии, может быть, для соседнего Боспора. Лучшими из подобных метрических эпитафий считаются эпитафии, посвященные молодым людям, Ксанфу и Ойнафе. Ну, тут понятно, действительно, скорбь изливать по поводу умершего молодого человека, это такой и топос, и масса литературных шаблонов для этого существовало. И здесь, что интересно, тоже перемежаются и
дарийский диалект, и ионийские поэтические формы. Но надо сказать, что это были все-таки местные, далеко не бесталанные поэты, поскольку им удавалось не только сообщать какие-то шаблонные сведения, да, что вот мать и отец рыдают, что вот зачем жены мучаются в родах, если дети погибают молодыми, но и тем не менее дать совершенно четкую характеристику молодым людям, да, и вот в эпитафии Ойнанфы даже удалось показать такую вот топографию загробного мира, чего, собственно, тоже не так часто в эпитафиях встретишь. Во втором веке новой эры, это уже римское время, гимнасиарх де Мотел, то есть попечитель гимназии, распорядился написать стихотворный текст, посвященный богу Гермесу. Это еще одна очень известная, очень интересная поэтическая надпись Херсонеса Таврического. Это было собственное его сочинение или профессиональный литератор по заказу выполнил, но кем бы ни был автор гимна, сочинение ему вполне удалось. Гимн Гермесу находит аналоги в гомеровых гимнах в честь божеств. В орфическом гимне Гермесу Хтонию. Метрика гимна хорошо выдержана, что для многих авторов первых веков, в общем, составляет уже такую непосильную задачу. Дело в том, что фонетика меняется, с орфографией она уже не имеет такой жесткой связи, и поэтому действительно да, многие начинают просто путаться в слогах и так запинаться. Там есть эпические ионические словоформы, при этом есть и доризмы. Образы гимна – это общегреческие, мы уже сказали, да, что это походит на гимн гомеровский в честь Гермеса, на орфический гимн это походит. Однако автор подчеркивает, что божество должно обязательно хранить город Дора, славный город Дора. Интересно также познакомиться с херсонесской живописью. Основной ценностью живописи эллины видели натурализм и умение передать вещи максимально близко к природе. Ну, рискнем предположить, что херсонеситы тоже за это любили живописное искусство. Так, например, есть очень многочисленные рассказы, такие байки, можно сказать, древнегреческие, о разных художниках, о Пелесе, Зексисе. Вот о Зексисе рассказывали, что он как-то написал «Виноград» столь правдоподобно, что птицы прилетали его клевать. Зрителей, конечно, интересовал и сюжет. Так восхищались картиной Зексиса, где он изобразил семью кентавров. Видимо, это было действительно что-то очень дерзкое, новое, необычное, очень трогательное по-своему, потому что кентавров-то изображали, а вот женщин-кентавров действительно, да, это было такое нововведение. Кроме того, он изобразил двух кентаврят, он изобразил семейную сценку, когда папа-кентавр поднимает пойманного львенка над головой у маленького кентавренка, кентавренок прижимается к маме, с испугом следит за львенком и так далее. Ну, разумеется, эта картина Зексиса не сохранилась, нам остается только представлять себе, насколько это было забавно. Но надо сказать, что когда зрители стали восхищаться, то Лукиан Самосадский, передающий эту историю, говорит, что Зексис тогда страшно рассердился и сказал, что не стоит восхищаться сюжетом, стоит восхищаться мастерством, да, тем, как хорошо он передает, вообще в чем его мастерство, да, такого натурализма и заключается. Он сумел несуществующих, да, существ представить, как будто это вот такая картина природы настоящая. Эллины любили вообще все яркое, красочное. Античность, конечно, не была по Эрмитажному белоснежной. Элементы живописи употребляются и при оформлении архитектурного декора, раскрашиваются фрагменты статуй. Особая группа памятников художественного искусства Херсонеса поэтому и позволяет выделить ее как такой пример живописи. Это полихромные эллинистические стелы. Это конец 4-3 века до нашей эры. Это, конечно, и архитектура малых форм, и частично скульптура, да, здесь есть такие рельефные элементы, ну и, конечно, это все-таки отражает еще и живописную традицию. Это памятники местного происхождения, судя по материалу, за исключением нескольких привозных мраморных деталей. Стелы были украшены рельефными живописными розетками, то есть такими цветочками, просто говоря. И еще здесь, видимо, как раз и выражается традиционализм херсонеситов, потому что стелы, в общем, существуют в основном совершенно таких вот строгих типов. И действительно большинство из них вот под тот или иной тип попадает. Это женские надгробия, которые украшены лентой и алавастром, таким маленьким сосудом для масла, как вы видите на стеле Поликасты. Это мужские надгробия, где изображен меч и портупея.
Это надгробие подростков и юношей, где изображены Стригель и Арибал. Вы уже знаете, что это такое, да, такие спортивный инвентарь. И, наконец, надгробие стариков, где по центру изображается сучковатый посох. Видимо, эта иконография как раз и отражает такое строгое традиционное полуролевое деление гражданского коллектива херсонеса. Юношам подобает проходить спортивную подготовку, зрелым мужчинам быть защитниками полиса, а в тягостной старости силы покидают человека, и он вынужден ходить, опираясь на посох. Только в нескольких случаях мастера немножечко отходят от этого шаблона. На надгробиях врачей изображают то ли сцену прощания, то ли сцену медицинского осмотра и медицинские инструменты. И вот на второй тоже несколько медицинских инструментов. Ну, и еще есть интересный пример, когда стела такого же типа, да, также ее навершие расписано. В общем, она и надпись у нее такая же строгая, только имя и патронимик, соответственно, отчество. Но стела украшена виноградным ножом, видимо, чтобы подчеркнуть, да, что это все-таки житель Коры и занимается он преимущественно не городскими делами, а своим хозяйством. Большинство полихромных стел, обнаруженных в забытовке башни Зенона и прилегающих куртинах, это отдельный вопрос, как они там оказались, очевидно, все-таки после целенаправленного погрома в результате стасиса, в результате гражданской смуты, погрома аристократической части кладбища. Но это вот одна из самых сильных версий по этому поводу. Но поскольку, так или иначе, с доброй или все-таки со злой целью положили в башню Зенона эти замечательные памятники, именно благодаря этому они сохраняют красочный слой. Херсонесские художники расписывают стелы белой, желтой, красной, синей, зеленой, черными красками в технике энкаустики. Вот особенно на этом слайде, да, особенно вот в хорошей фотографии стелы Поликаста это видно. Энкаустика – это такая техника, при которой расплавленные восковые краски наносятся на поверхность памятника, и буквально энкао – это я выжигаю. Да, то есть энкао – это такое выжигание краски, которая в итоге очень хорошо закрепляется и действительно долго сохраняется. Вершина херсонесских мастеров этого же периода – это фрагмент с изображением головы юноши в натуральную величину. Видимо, это тоже часть надгробия. Художник изобразил атлетического юношу в плаще, вооруженного копьем. Вот справа мы видим небольшой фрагмент копья. Мастеру удается передать не только идеальный портрет героизированного умершего, но и индивидуальные его черты, которые придают портрету особенную эмоциональность и человечность. Широкий лоб, пропорциональный прямой нос с небольшой горбинкой, большие печальные глаза, волевой подбородок. Камень, на котором выполнен рисунок, имеет местное происхождение. Ну и, вероятно, это еще такое вот, еще одно основание судить о том, что это все-таки местные мастера. Вполне себе незаурядные и очень-очень хорошо владеющие своим живописным искусством. К таким же незаурядным памятникам, тоже эллинистического периода, относится и галечная мозаика, которую устилала андрон, то есть помещение, ну, буквально это мужское помещение, да, в переводе, помещение для приема гостей, для пиршеств, андрон богатого жилого дома ранее эллинистического времени. Мозаика выполнена из тщательно отобранных камней морской гальки разных цветов и изображает сцену омовения. Две женские фигуры стоят у лотерии, это такая, видите, миска на ножке, предназначенная для умывания. Одна женская фигура опирается на алтарик, он стоит справа, другая выжимает волосы. Есть также и птицы, голубь и лебедь. Ну, такой явный намек на спутников Афродиты. Впрочем, исследователи видят разные сюжеты здесь, от бытовой сценки из жизни двух гетер, ну, а изображение птиц Афродиты, ну, понятно, да, все-таки это служительницы стихии любви, поэтому, в общем, Афродите здесь тоже есть место. Но есть также и разные возвышенные толкования, что это две ипостаси богини Афродиты. Урания небесная и Пандемос, такая всенародная, да, простая общественная любовь. В последующую эпоху херсонесы тоже работают мастера полихромной живописи. В так называемом доме Архилая, перестроенном во втором веке до н.э., обнаружили более 1000 фрагментов расписной штукатурки. Стены дома расписывались красной, желтой, голубой, черной, белой красками, а также полихромной росписью, такой мраморировкой. Да, действительно, здесь на фрагментах, которые выставлены были в специальной экспозиции в Херсонесском музее, как раз видно, что это буквально, да, вот как будто это мраморные детальки, да, которыми выложена стена. Да, на самом деле это всего лишь роспись. Вот такой вариант создать очень богатое впечатление об обстановке, обходясь, ну, вполне себе небогатыми средствами. Такой интересный прием. И, наконец, здесь же найден был кусочек краски индиго. Вот он под номером 10
здесь стоит. Росписи стен дома Архилая находят аналогии в эллинистических памятниках Греции, Пеллы, острова Делос, ну и соседнего Боспорского царства. Разумеется, ценили греки, ну и, соответственно, херсонеситы, и скульптуру. Принято считать, что как раз вот такая застывшая пластическая форма, да, скульптура, это и есть лучшее воплощение такой строгой античной культуры. Это мнение, оно часто распространено в искусствоведении особенно, но с ним нужно и можно спорить. Однако, действительно, для многих из нас скульптура древних греков это как раз и есть такая, что ли, визитная карточка всей античной цивилизации. В конце концов, мы сразу вспоминаем Дискобола, да, вот эту блестящую скульптуру Мирона Афинского, когда речь заходит, да, о каких-то древних временах, о классической древности. Ну, на самом деле, конечно, все было гораздо интереснее и веселее. Частично мы это пытаемся сейчас с вами, да, обсудить и это показать. Но о скульптуре, конечно, в любом случае сказать стоит. И в Херсонесе очень интересные находки тоже присутствуют. Пару слов о том, как греки вообще воспринимали скульптуру. Конечно же, это была, во-первых, ну, определенная отметка, да, о статусе, либо о роли какого-либо выдающегося лица или просто того, кого имеет возможность и хочет почтить семейство. Это относится в первую очередь к памятникам на надгробии. Да, они часто изображают такого идеализированного или, наоборот, в более поздней эпохе вполне себе реалистично изображенного умершего. Да, чтобы подчеркнуть заслуги конкретных людей, чтобы подчеркнуть, что родственники и гражданский коллектив, гражданская община о них помнят об их серьезном вкладе в жизнь всей общины. Кроме того, конечно же, это были статуи героев и богов, которые были, ну, буквально объектом культа. Они очень богато украшались, приносились, значит, специально вытканные одежды огромных размеров, украшали статуи женских божеств, дары приносились самые различные. Ну и, наконец, это в том числе, конечно же, это было и статуи и богов, и частных лиц, были так или иначе объектами любования. Есть масса замечательных греческих историй о том, как юноши влюблялись в статуи богинь, да, потому что никого красивее не было. И вот их первое такое, ну, скажем так, эротическое чувство, оно было направлено именно на статую, ну, потому что это действительно самое красивое, да, что в жизни видел. То есть и почитание, как религиозное, так, скажем так, частное, так и восхищение красотой человека, божества, ну, шире этого мира вообще, да, действительно, да, это все, этому всему служили статуи. В Херсонесе часть статуи, очевидно, была выполнена по заказу, это были привозные, часть все-таки местными мастерами из местных материалов, из глины, из известняка, ну, из привозных, очевидно, богатых таких статуй. Известна, например, статуя Афины Сотейры, спасительницы, работы Поликрата. Считается, что это мастер аттический, ну, собственно, афинский. У нас есть, к сожалению, только постамент. Можно предположить, что статуя была бронзовой. И, судя по углублениям для установки статуи, херсонесская Афина аттического скульптора была монументальная. Общая высота памятника должна была составлять до 5 метров. Ну и, видимо, она была выставлена на территории Теменоса, то есть священного участка в Херсонесе, у входа в гавань, и могла служить своеобразным маяком. Но это, конечно, только такой вариант реконструкции. Прекрасным образцам скульптуры классического периода относится глава статуи малазийской богини Кибелы, весьма почитаемой греками, и вот такие строгие надгробия юношей-атлетов. Это такой героизированный тип, да, изображение умершего. А пока что это все тоже довольно строго, несмотря на то, что все это привозная скульптура, да, скульптура классического периода. У нее меньше динамика, и она действительно такая еще вполне, можно сказать, застывшая, очень-очень строгая. Хотя, конечно, человеческое тело передает действительно очень хорошо. Два сохранившихся скульптурных портрета более позднего времени, это так называемая поздняя классика, рубеж 4-3 веков до н.э., выполнены в стиле великого Скопоса и его школы. Это голова юноши-атлета и голова юноши с чертами, присущими эллинистическим портретам Александра Македонского. Это то, что справа. Да? И прическа такая, можно сказать, модная. Действительно, есть какая-то реплика в сторону портретов Александра. Фрагмент еще одного рельефа поздней классики раннего эллинизма изображает фигуру, которая
которая сидит на львиной шкуре и протягивает в руке какой-то предмет. А здесь есть два толкования этого сюжета, поскольку сюжет, конечно, да, за Ксису мы верим, что важно мастерство, но сюжет для греков тоже был очень важен. А мы видим, что это может быть Артемида, которая протягивает лук какому-либо герою, да, ее почитателю. Либо это Омфала, льдийская царица, в плену, которая оказался за очередную свою провинность, Гераклу, и у которой жил, и она им протягивает веретено, поскольку Геракл, как известно по мифам, Омфал и в Лидии занимался тем, что выполнял женскую работу. Ну, параллельно, конечно, прижил сыновей с Омфалой, но это уже такая другая история. В любом случае, этот рельеф нас отсылает к мифам гераковского цикла, потому что, так или иначе, вот эта львиная шкура, да, она нам все-таки напоминает о Геракле. А уж если это веретено, так особенно замечательно. Прекрасным образцам местной скульптуры можно отнести такие рельефы, как такие скульптуры рельефы, как керамический торс Геракла. Ну, это эллинизм. А вот что касается римского времени, здесь действительно много пересечений с малазийскими и боспорскими образцами. Во II-I веках до нашей эры в погребальной скульптуре отражаются новые веяния, и они потом продолжаются в первые века новой эры. Теперь херсонесские мастера осваивают новые типы памятников – рельефные погробные изображения или портреты умерших в полный рост. Задрапированные фигуры стоят лицом к зрителю, многофигурные композиции включают в себя сцены загробной трапезы, портреты умерших в сопровождении таких маленьких фигурок слуг. Очень часто мы видим какой-то, ну, в данном случае только ножки, да, от столика на правой стеле, но тем не менее, да, мы видим столик с разнообразной снедью, рядом прислуживает слуга. Это все сцена, да, очевидно, загробной трапезы. Такие памятники возникают, видимо, под влиянием боспорского искусства, что, конечно, связано с политическими контактами. В римское время погребальный рельеф продолжает испытывать малазийское влияние, и мы видим как раз вот такого римского времени рельефы на стеле тавричанки. Написано только, что она женщина-тавричанка, и больше, к сожалению, ничего не написано. А при этом сама тавричанка сохранилась плохо. Больше ее супруг с в ораторской позе, со свитком в руке. Ну и надгробие Басса, у которого, ну, тоже, видимо, в такой вот довольно пафосной позе стоял. И у ног его целая связка свитков. Вот такие рельефы, особенно на Балканах, в Малой Азии. Ну, собственно, они в Риме потом распространяются. На Боспоре такого достаточно много добра. И вот, видимо, так себе представляли идеального гражданина, который участвует в общественной жизни и непременно образован. Ну и об этом напоминают вот эти самые свитки. Ряд херсонесских памятников испытывает влияние и римского веризма. Это такой стиль скульптуры или живописи, ну чаще скульптуры, который передает не героизированный портрет, да, не идеализированный портрет умершего, ну, либо живущего лица, а его максимально правдиво отсюда, да, и веризм, собственно, верит, да, истина. Потому что, ну, это, собственно, это римская традиция, действительно, она от греческой очень далеко отстоит. Потому что, видимо, в Риме было очень важно передать принадлежность к конкретному роду. Пусть это род, у которого у всех там его членов оттопыренные уши, пускай у них там не очень красивые раздутые носы или там какие-то неблагообразные щеки и губы. Однако именно этот род участвует в политике римского государства, сначала республики, потом ранней империи. И именно к роду там Юлиев, Флавиев и так далее нужно было показать свою принадлежность. И вот один из интересных примеров такого веризма в херсонесской портретной скульптуре, это, несомненно, стела Аристолоха. Мы видим человека с морщинистым лбом, человека совершенно не идеального, далеко не красивого, но зато он правдиво изображен. Это стела, конечно, римского времени. Ну и, наконец, надо сказать о такой сфере культуры, которая относится равно и к философии, и к науке, и к искусству, и к ремеслу. По крайней мере, так считали сами эллины. Они это относили, да, и к определенным такому философскому течению, и к науке, безусловно, и к ремеслу тоже. Немного, собственно, об этом писали, да, насколько это ремесло, насколько это наука. Это, конечно, врачебная деятельность. Сведения о медиках в Херсонесе появляются уже на рубеже 4-3 веков до нашей эры. Но, правда, это сведения пока не обширные. Это всего лишь две стелы с изображением медицинских инструментов и двумя эпитафиями. В одной из них в стихотворной форме, но очень тоже коротенькой.
Эвклес сообщал, что он прибыл с острова Тенедес, а здесь поставил стелу своему умершему сыну Лисханариду. Видимо, это действительно, да, врачи-иностранцы, которые приехали практиковать Херсонес. Может быть, Лисханарид, сын Эвклеса, тоже унаследовал медицинскую профессию отца, но, увы, не практиковал в Херсонесе долго, поскольку здесь и умер. Изображены щипцы, банка и пинцет. Банка в середине, да, все это хорошо видно. Ну и, наконец, на стеле для этого периода, да, наконец, на стеле Дионисия, сына Пантагнота, как сообщает кратенько надпись, больше мне ничего не говорит, изображены спатула, это термоприжигатель, кровососная банка, зонт, пинцет и щипцы. Ну, конечно же, медицина античности, она, безусловно, напоминает какие-то, да, такие страшные пытки, ну, просто потому, что, конечно, это еще медицина все-таки древняя, все-таки медицина, еще не обладающая ни хорошими антисептиками, ни хорошей анестезией, ни другими многими сегодня, да, вполне естественными для нас вещами. И надо сказать, что уровень медицины, конечно, такой, что, да, проводили и трепанацию черепа, вылечивали и почечные камни, проводили, пытались проводить полостные операции. Конечно же, очень искусно удаляли части оружия из тела, да, допустим, ту же стрелу, которая в тело вонзилась. Была там масса способов, как ее доставать, в зависимости от того, какие части тела поразили там то или иное оружие. Но, тем не менее, конечно, да, все это было далеко от совершенства, на которое мы сегодня уже можем себе представить. И надо сказать, что отдельная сфера медицины, ну, вообще не особенно им уделяли внимание. Да, мы знаем, что в римское время, конечно же, были зубные протезы, но при этом, допустим, в таких интересных источниках, как греческие сборники анекдотов, там очень часто упоминаются такие герои, как Отзостомос. Это буквально человек, у которого дурно пахнет изо рта. Почему? Открываем книгу Авла Корнелия Цельса, медика римской эпохи, и читаем, что, ну, зубы мы обычно предпочитаем лечить как деревенские врачи, то есть мы либо избегаем воспаления, да, лечим воспаление всякими там припарками, травами, либо рвем, да, ну, желательно их не рвать, потому что, да, давайте попробуем как бы опухоль снять и сохранить зуб. Ну, а если что, тогда, конечно, всегда можно вырвать. Понятно, да, что вот действительно отдельная сфера медицины, они, конечно, уже очень были архаичные, поэтому, допустим, такая штуковина, как неприятный запах изо рта, это вообще, ну, было просто какое-то общее место, и об этом любили шутить, об этом часто рассказывали, ну, так было, в общем-то, повсеместно и нормально. Так вот, в дальнейшем, на рубеже Р и в римское время, в Херсонесе обнаруживают различные медицинские инструменты. Скальпели, пинцеты, иглы, спатулы, вот все вот эти иголочки, да, тоже спатулы-термоприжигатели, которыми раны прижигаются, тоже действительно такое пыточное орудие, да, по нашим меркам. Ну и здесь вы видите это из витрины Херсонесского музея. Здесь есть еще металлический футляр для хирургических игл, набор хирурга и даже дощечки, на которых растирались лекарства. Ну, конечно, есть еще и изображение Асклепия, покровителя врачей, сына Аполлона, который, согласно античным мифам, так успешно лечил людей и даже их воскрешал, что в итоге люди перестали умирать, после чего Зевсу просто пришлось наказать Асклепия, да, и сжечь его, да, чтобы он больше таким не занимался. Люди все-таки, к сожалению, да, должны болеть и умирать, ну, по крайней мере, так мужественно, да, принимали эту реальность греки и отразили ее в своих мифах. Ну и, наконец, есть такая довольно аргументированная догадка уже современных ученых, что именно из Херсонеса происходит врач, который провел лечение представителя скифской знати во II веке новой эры, тоже уже римская эпоха, и у которого после, собственно, в результате раскопок обнаружили хирургическое вмешательство и удачное заживление на черепе. То есть ему сделали лечение вдавленного скотчатого перелома. Провели операцию. И операция была проведена, кстати, с удалением осколков именно так, как советует уже упомянутый мной Авл Корнелий Цельс, выдающийся римский медик. Значит, хирург, происходящий из Херсонеса, это либо римский военный врач, который здесь с гарнизоном прибыл, либо херсонесский грек, который тоже знал вот латынь и хорошо знал, скажем так, тренды и римской, и греческой медицины. В любом случае, это действительно там самое близкое к Устельнинскому некрополю, это очевидно, да, Херсонес. Видимо, врач был оттуда. Таким образом, мы с вами увидели, что с каждым новым историческим витком, с каждой новой эпохой, культура Херсонеса становится более открытой, впитывает в себя новые веяния, малоазийские традиции, боспорские, римские.
и как бы не был интересен дарийский традиционализм, который мы тоже в отдельных сферах, конечно, увидели, все равно все эти веяния Херсонес не убивали, но делали его, скажем так, да, только сильнее, однозначно шли ему на пользу. И уже никак не мешали тому, что было зафиксировано в Херсонесской клятве. А именно, да, такое, такие очень возвышенные слова: «Я не предам Херсонеса». Вот на этом, пожалуй, и спасибо.